Огромный элеватор на 46 тысяч тонн зерна построен в Арзамасском районе. Инвестиции в строительство этого объекта составили 1 миллиард рублей. Задумки уже были, это созрели уже давно, так как хранить продукцию мы еще, так сказать, не научились. Ну и созрели для этого, чтобы построить элеватор на 46 тысяч тонн. Есть, главное, здесь сушилка. Две сортировки мощные и завальная яма на 100 тонн. В любом случае будет это выгодно, потому что сейчас зерно уже в этом году, цена прям его спала до 9 рублей. Придержим месяц-другой, посмотрим, может чего-то отработаем. У нас фактически там каждый там, четвертый рубль в общем объеме инвестиций в перечень инвестпроектов, которые сейчас у нас находятся на сопровождении, это проекты, связанные с агропромышленным комплексом. Сейчас проектов стало еще больше, потому что вы все видите, какая ситуация. Вопрос продовольственной безопасности в первую очередь. Второе, открываются новые рынки. Наши предприятия агропромышленного комплекса очень активны в части выхода на экспорт. У нас активно инвестируют в зерновые культуры, в растениеводство. Зашел новый крупный инвестор, который уже более 60 тысяч гектар приобрел и сейчас занимается, значит, растениеводством. То есть люди инвестируют, люди видят в этом привлекательность.